Марафон подготовился за 3 недели. До этого бежал средняя дистанция 3500 метров. А вот последние три недели чисто к марафону готовился. Первый раз бежала в таких экстремальных условиях, при таких низких температурах. Было, честно, очень страшно, но я считаю, что я достойно справилась. Опыта раньше такого у меня не было. Я тренировалась в Москве при температуре самой минимальной, это минус 20 градусов. Возраст 27 лет. Дистанция 21 километр. Ура! Великая!